Минюст Чувашии проводит проверку деятельности учебно-производственного комбината Минстроя Республики. В учреждении инициирован внутренний аудит. Минюст Чувашии выявил, что сейчас существует негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, учебно-профессиональные курсы промышленной безопасности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и учебно-производственный комбинат Минстроя Чувашии, оказывающий одни и те же виды услуг. Для получения лицензии в Минобразование Чувашии негосударственное предприятие предоставило договор аренды государственного имущества, не согласованное с Минюстом Чувашии. Было также установлено, что в день увольнения с должности директора государственного автономного учреждения учебно-производственный комбинат Минстроя Чувашии Валерий Князев был трудоустроен директором частного образовательного центра и, по мнению министра юстиции Натальи Тимофеевой, работал в ущерб деятельности госучреждения. На совещании у главы Чувашии заслушаны проверяемая и проверяющая стороны. Проверки будут продолжены. Объективную правовую оценку дадут правоохранительные органы.